повестке дня еженедельного совещания в Доме правительства, предварительные итоги визита рабочей делегации Чувашии в Республику Беларусь, участие республики в очередном съезде партии «Единая Россия». Диапазон общих интересов широк. Промышленность, образование, культуры, точек для совместной работы немало. Официальные встречи были проведены в посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь, в Министерстве промышленности Республики Беларусь, в Министерстве энергетики. Была встреча с торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь. В целом визит носил позитивный характер. В следующем году ждем коллег уже здесь, в Чувашской Республике. Являясь перспективным торгово-экономическим партнером Чувашии, Республика Беларусь увеличивает свое присутствие на нашем рынке. Наши предприятия, такие как «Элара», «Лента», тоже уже наметили конкретные шаги. Во взаимовыгодном товарообороте участвуют 200 наших предпринимателей. Это что касается экономики. Гуманитарная сфера – еще один серьезный пласт работы. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Чувашским государственным педагогическим университетом имени Ивана Яковлевича Яковлева и Белорусским государственным университетом физической культуры. Другое – между Комсомольским районом Чувашии и Логойским районом Минской области. На совещании обсудили и участие нашей делегации в 19-м съезде партии «Единая Россия» в Москве. Главный посыл – работать не ради чиновников, а ради людей. Принимать те волевые ответственные управленческие решения, постоянно встречаться с трудовых коллективов, с жителями Чувашской республики, имея достоверную, объективную, справедливую информацию – те ответственные решения, как мы принимали, я рассчитываю на всех вас, так и будем принимать. На совещании обсудили и другие темы, в их числе выплаты вкладчикам Чувашкредитпромбанка. Они продолжаются в рабочем режиме. Ажиотажа нет. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов. Республика.